Ребята, всем доброе утро. Я решила сегодня себя с утра побаловать. Как раз вчера забрала свой заказ. В общем, заказала много разных шиммеров, разных цветов, голубых, белых, бирюзовых, разные ароматы. Заказывала на Валберес, знаю, что будете спрашивать. Там, слушайте, цена вообще классная, что-то около 200 рублей, 200-300 рублей, вот так они стоят, в зависимости от цвета и аромата. Просто посмотрите, как классно они окрашивают воду. Это просто какая-то сказка. И еще большой плюс у этого всего, то что для того, чтобы окрасить ванну, всю воду, да, ванной, нужно достаточно мало на самом деле этого шиммера. То есть этой баночки хватит достаточно на много-много раз. В общем, мне очень нравится. Я думаю, вы знаете, что я очень люблю разные шиммеры, бомбочки, пены, так что для меня это просто сказка. Вот еще показываю, кстати, несколько вам вариантов шиммера, который я заказала. Белый — это кокос я заказала, и голубой вот такой вот, прям такой насыщенный-насыщенный голубой-синий. Ну, а потом я мыла голову, в принципе, все как всегда. Еще, кстати, тестирую новую косметику, тоже, кстати, классная. Про нее рассказываю вам в Инстаграме. Вот этот спрей так сладко пахнет, прям карамелька какой-то. Прям вообще я от него в восторге. Это термозащитный спрей для волос. Вот так называется. Ссылочку вам, если хотите, оставлю. Может быть, если не забуду, то оставлю. Если забуду, то не оставлю. Короче, возможно, в Инстаграм выложу пост про вот это вот средство. Но помимо этого средства я еще заказала разные шампуни. В общем, тестирую. Если мне все понравится, то выложу отзыв в Инстаграме. Заехали сегодня еще на Валберес забрать посылочки. Сейчас заехали в Фикспрайс. Ленту. Нам нужно взять муку для блинчиков. А здесь, смотрите, вот такие вот жвачки Лавы стали продаваться. Раньше не было в продаже в Ленте, по крайней мере, таких жвачек. По 43 рубля такой набор. Леденцы по 20, по 39. Какие-то, смотрите, новые конфеты появились, новые фирмы. Такие вот мармеладки. По 42 рубля. Есть динозавры, есть кока-кола. Есть вот такой вот конструктор Лего 42. Еще, смотрите, есть морская тематика и змеи. Ой, еще динозаврики вот такие. Короче, на самом деле очень много нового появилось. Обожаю просто вот такие вот конфетки Хариба. Новинка. 41 рубль стоит. Зашли сейчас на почту отправить посылку. Маме не нравится запах на почте. Сырость. Ой. Да? У нас закончилась вот здесь мука. Ну, практически закончилась. Сейчас засыплю сюда новую. Очень прям, очень-очень удобно. Именно вот в таких вот банках хранить макароны, какие-то, в общем, сыпучие продукты. Это реально очень удобно. Мама еще вот такие вот какие-то банки нашла свои. Но мне, конечно, вот эти вот больше нравятся. Делаем небольшой порядок в ванной. В общем, понаходили банки, которые уже просроченные вещества, продукты. Вот, например, вот этот вот. Что это вообще такое? Маска для волос. До 21 года. Это тоже маска для волос. И тоже до 21 года. Так что выкидываем. Засыпаю муку, убираю все лишнее, то, что повысыпалось, потому что, ну, я не могу все аккуратно сделать. В любом случае, у меня все всегда высыпается. Здесь я еще раз показываю, какой я рукожоп. Уронила крышку, ну да ладно, мы это опустим. Получается одного пакетика килограмм муки на две банки. Вот такие вот. И сегодня на ужин сделали опять роллы. Мне кажется, в этот раз они у нас получились еще лучше, поаккуратней.
Прям такая армия роллов на тарелке у нас. В общем, всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Ребята, у меня появился новый цвет. Просто посмотрите, какой красивый. Прям такой желтый, знаете, прям желто-золотой при вспышке. Вот так он выглядит. Сейчас покажу вам, как он выглядит без вспышки. Вот так вот он выглядит в тени. Пишите, как вам такой цвет. Ну, а я сейчас буду делать новую сумку. У нас за окном идет дождь. Мы с Миланой решили смотреть мультик. Включили кролик Питер, что-то такое, как-то так называется. И я параллельно еще делаю новую сумочку желтого цвета. А Миланка делает браслетики. В общем, что это? Хорошо. В общем, каждый занимается своими делами. Ну и параллельно смотрим еще мультик. Ну, а здесь у меня улетел фокус. Я думаю, ничего страшного, вы меня простите за это. Начали смотреть мы один фильм, в итоге нам он не понравился. И включили фильм «Волк и лев». Это просто офигенный фильм, мне очень понравился. В конце все рыдали. В общем, кто хочет поплакать, то включайте. Я думаю, вам он тоже понравится. Ну, а на этом всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.